23 февраля – особенный день для всех мужчин, которые призваны быть защитниками Родины, народа, своей семьи. Защищать Отечество всегда было приоритетной обязанностью, священным долгом каждого представителя сильного пола. Многие члены Саровской городской организации ветеранов служили в вооруженных силах и правоохранительных органах, отстаивали интересы страны в военных конфликтах на территориях ближнего и дальнего зарубежья, в специальной военной операции на Украине. Торжественное мероприятие к празднику 23 февраля в Доме молодежи для Совета ветеранов стало неизменной традицией. Хочу особенно обратиться к нашим ветеранам Великой Отечественной войны. Время, к сожалению, идет, люди уходят. Их у нас осталось всего 279 человек. А те, которые непосредственно участвовали в боевых действиях, всего-то 8. И, конечно, подвиг вот этих замечательных людей является примером героизма, примером стойкости, примером преданности нашей Родине. Много слов со сцены сказали про сегодняшние события СВО. Ветеранская организация вносит свой вклад в поддержку бойцов и всегда откликается на нужды фронта, собирает гуманитарную помощь, финансовые средства и никогда не остается в стороне. Также члены организации проводят патриотическую работу с подрастающим поколением. Берегите мужчин, заботьтесь о них. А мужчины, тоже заботьтесь о себе, не забывайте о своем здоровье. Конечно, мы всегда рвемся, мы хотим сделать больше. Надо немножко смотреть на себя. Продлите свою жизнь, продлите, покажите вашим внукам, вашим сыновьям, что забота о себе – это тоже важное направление. Почетные гости мероприятия наградили самых активных ветеранов, которые внесли весомый вклад в развитие ветеранского движения и общественной деятельности города. Многие боевые товарищи и сослуживцы встретились за праздничным столом. Еще раз всех с праздником, хорошего настроения. И сегодня вот хороший повод встретиться вам, поговорить друг с другом с тех, кто давно не виделись. Поэтому отдыхаем, веселимся, с праздником! Коллектив гарнизонного клуба Саровской дивизии подготовил ветеранам музыкальный подарок, исполнил инструментальные композиции и патриотические песни. Светлана Ярунова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.